сижу, я жил в коммуналке, Чертаново там сидел, с Тёмой мы дружили по жизни, всю жизнь. Он как-то ко мне приехал, я говорю, вот я что-то тут сочинил, да я тебе скажу. Он говорит, все, будешь главным. То есть, на самом деле, он стоял у самых истоков, не липа. Это да, да. Я, вот. Я же с Эдиком Басила, это не знаю, да, помните такого. Он классный. Фотограф был, Эдик дружил. Он мне тогда вот рассказал, что появилось. Еще когда не было ничего, что появилась супер-мега команда, там такой мамонов, такой. Помню все это, да. Ну вот так. Поэтому, ну, никто что, не верит, ну, что, кстати, что получится. Что нам делить? Вначале, да. Вот как получилось, ты уже сколько лет-то? Ну, уже. Ну так милый. Так, это вам. Через терния к звездам. Да. Дорогу осилит идущий.